Возвращение к истокам. Так можно обозначить основной лейтмотив выпускных работ студентов художественного факультета Чувашского педагогического университета. Защита диплома в холле. Креативное решение для студентов творческих специальностей. Это настоящая персональная выставка Натальи Марсиановой, пусть и начинающей, но уже художницы. На фоне собственных картин девушка рассказывает о своем главном детище – праздничном натюрморте с чувашскими украшениями. Изначально мотивы написания именно чувашской тематики были в том, что я сама чувашка, и именно это я хотела показать как бы всем, чтобы все видели, насколько это теплый, насколько это гостеприимный народ, и вот чтобы все люди приезжали к нам, все ваши. Этажом выше натюрморты Ксении Прокопьевой. Здесь ощущаются восточные нотки. Меня всегда просто интересовала тема Востока. Я хотела очень реализовать свою идею, и дипломный руководитель помог мне в этом. Ему спасибо огромное. Вообще все подопечные Миши Григоряна добавляют в свои работы национальный колорит. Кто-то исходит из собственных интересов, а кто-то обращается к своим корням. Как в нашем республике, как в нашем университете, как мы обращаем внимание воспитанному молодому поколению, любовь к своему народу, надо обязательно через свой предмет, и что умеешь здесь, надо любить свой народ. Тогда ты можешь народ сам защищать. Я очень доволен, что любой дипломная работа – это совместный труд. Это работа нашего факультета. Поэтому мне вот нельзя сказать, что я скажу, вот это хорошо, это плохо. Это все на виду. Живопись – она штука такая, что можно смотреть и оценить. Дипломы с отметками выпускники-художники получат 15 июля. И все же главные оценки им будут ставить зрители, пристально рассматривающие их творение. Алена Герасимова, Ирина Волкова, Валерий Рюзюков, Республика.